Прямо в 16 это очень долго, нет. Нет, нет, нет. Ну, будем собачек крутить. Шо, бля? А что, у вас безлимит есть? Что это за хуйня? Best slide for kids. What? Your throat. В России же вроде отменяли безлимитные тарифы, я что-то не помню. У вас нет? Не, у нас есть, но в России, я ж помню, отменяли их. Ебать, что? Что такое? Моя писюнька. Давай с тобой сегодня поморчим. Бля, что за хуйня? Я очень жду тебя. А, есть у вас пара стал? Такси до тебя обратно будет стоить 2500, вызовешь? Уважаемая Лидия, 13.07.16 состоялась выездная проверка по вашему обращению. Комиссия установила, что наличие проблемы не подтвердилось. Данный вид ПСК позволяет лепить кулички. Приложение фотофиксация, акт МВК, паспорт на песок. Чё, блядь? Это мы с братишкиным в Турции. Блядь. Он из волос, типа, блядь, нарисовал. Такие вопросы не могу ответить. Всем привет. Это Татор, как быть bad girl. Что за хуйня? Первое, это вы всегда, когда заканчиваете фразу, всегда говорите Сука, что, блядь? Не пов, а рил. Каждая уважающая себя англичанка в абсолютно рандомный момент в году. Сложный какой-то прикол. Ну да, я пернул. Хули ты. Типа учителя английского вечно в декрете. Ебать. Ну ладно. Ну вы, кстати, обратили внимание? Я не знаю, как у вас просто. Ну, что у меня, что у моих друзей в других школах. Все англичанки были красивыми. Все училки по английскому молодые и симпатичные. Их ебут постоянно. Из-за чего они часто залетают, соответственно. А по алгебре там что-то страшное, блядь. Пузатое бегает. И никогда не болеет, блядь. Никогда в декрет не выходит. Только ощущение, что робот. Ну, по-английскому, все, пиздец. Ходит вся такая распуфыренная. Пару месяцев. Залетела. Чё, блядь? Осуждаю, долбоёб. Прости меня, Джон. Ты же прошёл со мной весь этот путь. Нельзя было так говорить. Пошли назад. Э-э-э.
Я за 11 лет обучения начинаю пользоваться чат GPT. Mail.ru ответы. Я подвел нас хоть раз? Нет. Ты ведь... Ебать тайминг. Такой благодаря мне. А зачем вообще учиться, если теперь есть чат GPT, с помощью которого можно, блять, вообще почти все что угодно сделать? Ага, получить ответ на любой вопрос или заставить его сделать что-то, что, ну, требуется. Вот. А зачем? Куда уехал? Блять, доброкек, ты опять? Чё? Wait a fucking minute. Кого рубился за мясо? За Спартак великий могучий. Бля, доброкек, ты заебал реально. Блять, да я осуждаю, ё-моё. В наш район недавно переехала цыганская семья. Не хотите с ней познакомиться? Челябинская область? О, осуждаю! Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, блядь! Сука. О. Ай. First jar of pickles. Shut up. Nigger. Всё нахуй, блядь, ёбаная сука, всё, всё, всё. Блядь. Вы можете... Вот как выглядит смерть, если постоянно это жрать. Фу. Мне выпало задание угадать, чей член я отсасываю с закрытыми глазами. Когда в первый день в армии смотришь телеграм-канал своей девушки? Мне надели повязку на глаза, и я по очереди отсасывала члены. Так, бабка, тебе пизда. Это мне, что ли? Ну, спасибо. Понял. Ну, говори. Бля, можно побольше текст? В Новой Зеландии аэропорт Данидин запретил пассажирам и провожающим обниматься дольше 3 минут. Работник аэропорта, когда видел, что парочка обнимается уже 2 минуты 59 секунд. Быстрее, ну иди, твою мать, ну нету времени, минуты, вот, и, блядь, вот, одни закрыли, да-да-да-да. Ебать. Боже мой. Чтобы достичь Банкая, даже самым способным бойцам нужно как минимум 10 лет тренировок. Папе, сколько? А где нам взять столько времени? Блять, фу нахуй, сука. Попробуем за 3 дня освоить Банкай. Лицо друга после того, как перед нами проехал мужик. Я проснулась. Мужик в инвалидной коляске. И что, типа смешно? Ой, блядь, вот сдам на права, буду подругу вывозить везде. Ой, нет! Нет, я не хочу, нет!
не стоило разбрасываться словами. О, сундук, ништяк. О, да что-то там такое вы. А ты что за покемон? Чё, блядь? Я испытываю неловкость перед таксистом, когда он едет по моему разъебанному двору, будто я лично укладывал там дорогу. И еще машин понаставили, как будто я оставил. Who are you? I am Steve. Блядь. Защитник человечества. Вот это реально Стив, когда я играю в Майнкрафт. Комп и телевизор выключают, как по пользу, чтобы дать отдохнуть. Диалог роутера и холодильника, которые не включались с 2009 года. Спать хочешь? Нельзя, нельзя. Люди надеются на тебя. Как? Бля, роутер, реально, нахуй. Мы же его не отключаем, даже когда уезжаем куда-то на неделю там, например. Он продолжает ебашить. А что ты хотел? У меня сердце уже 32 года без перерыва ебашит. Фу-фу-фу. Я порой так задумываюсь, типа, блядь, реально, вот сердце мое. Да на 32 года уже херачит и херачит. Бля. Я ж как-то тяжко вот тут становится, прям так тяжеловато. Же надеются. Чего? Сука! Тот самый вайб, когда тебе надо выходить с фул забитого автобуса, и тут еще заходит пол автобуса. Ёбаная, блядь! Асу! Нахуй не суёте! Свою! Ебаное рыло, свинула туда, куда, собака! Вы не суёте! Вот это, ебаное! Блядь! Блядь! Че, сука? Пиздец. Да ну кто не терял капот? Тот не ездил. Блин! 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 Что там, крыса? О, мимрома, мимрома, мимрома. Бля, то крыса, то какой-то паук. Ой-ой-ой. Да, что происходит с бабулями, когда они вот так вот с ума сходят и начинают такую херню нести? Что должно произойти с человеком в жизни? Альтер-эго, спасибо за переподписку. Not so name, спасибо тебе тоже. Завидует? Вот у меня есть такое ощущение, что это какая-то зависть, что ли, к молодым. Блядь, сходят с ума от старости. Блин, вот... Хотя я уже от старости с ума сошел. Да какого хуя, господи? Сколько дерьма еще можно, а? Блядь, у меня сейчас шляпа встанет, нахуй. Когда это видите? Чего? Типа вода сейчас на печку брызнет и пожар начнется или что? В чем прикол, я не понимаю. Хуй? Блять, да как вы это все? Блять,
То есть вы нахуй сразу, значит, смотреть начали. Я вот вообще туда не посмотрел. А вы, значит, сразу туда смотрите. Че, ебанутые, что ли? Я вообще даже внимания не обратил, куда вы это смотрите. Ау. Бля, серьезно, минус глаз? Ты я в 9 лет скачиваю камеру iPhone на свой алкоголь-отель. A person who thinks all the time. Больше никаких дедлайнов. Только вайб, полный чил и сплошная благодать. Кто есть, курва? Мордо. Пингвин. Австриатский пингвин. Старый бог здесь. Я легенда? Когда приготовила вкусный завтрак, а теперь ждешь похвала от мух. Я легенда? Я легенда? Йоу? Йоу! Hey, what's your name? Лайла. No, no, what's your real name? Педро. And what's your name? Марко! Ой, блядь. Курва, молодый, что ж ты тут ебал? А, так же стараем. Не умею такой дождь, вчера его просто. Бля, что в Польше происходит? Я того рода. Когда твой друг с авиком идет пушить окно, а ты, закупившись только армой, делаешь вид, что не собираешься брать его авик. Я очень хочу, чтобы ты остался живой. Пожалуйста, живи. Эти ваши приколы кайсерские я не выкупаю вообще. О, сука. Блять, что? В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной. И вот ради этого деды воевали, да? Нихуя. Так это реально работает? Да ёбаный свет, блядь. Ну сколько можно, а? Ну шо за... Типа... Чё, блядь? Украду тебя, верю, мою примешь и платок наденешь. Кстати, в год кого ты родилась? В год свиньи. Сука. Чёрт, покажи там. Ебать. Да ты чё, блядь, ну я и вынимаю. Что они делают? Что это? Достал эту учебу в ветеринарном. Зачем это всё? Ой, бля. Бля, добрякек с ума сошел или что, я не понимаю. Что смешного? Ты достаточно умен, чтобы ответить на это? Давай. Блядь. Потому что иди нахуй, ты надоел. Это сегодня перебор какой-то. Я в переписке говорю, как буду ее нагибать, так же я в жизни. Ну а чё, прям на улице, что ли? Чего? Туда его.
Так, Коля жалуется на страну, запрет приложения, санкции, также его реакции при встрече президента. Владимир Владимирович, можно руку пожать? Бля, реально. Спасибо, Владимир Владимирович, А ведь так и есть сейчас, ну, у большинства молодежи. Ой, бля, заблокировали, ой, суки, ой, твари. О, Путин, бля, зет. Ой, сука, фу, бля, это что за хуйня? Ты чё себя как ребенок ведешь? Тебе чё, вчера исполнилось 5 годиков или что случилось? Веди себя как взрослый человек. Да, мне 5. 4 раза. Бу, испугался? Не бойся. Я друг. Я тебя не обижу. Иди что сюда, иди ко мне. Сядь рядом со мной. Посмотри мне в глаза. Ты видишь меня? Я тоже тебя вижу. Давай смотреть друг на друга до тех пор, пока наши глаза не устанут. Я Алёша, милый мальчик. Я Алёша, сяду в танчик. Я